12 сентября церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Даниила Московского. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и слабым. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Князь активно занимался каменным строительством в Москве. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога усилила роль Москвы как перекрестка торговых путей. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Несколько раз он поднимал дружину, чтобы защитить Москву. Так, в 1300 году Даниил одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Тем самым было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1652 году, 30 августа по старому стилю, мощи князя Даниила были обретены нетленными. Даниил Московский канонизирован как благоверный князь. Он руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Сегодня мы обращаемся к святому Даниилу. Моли Бога о нас.